Всем привет, дорогие друзья, с вами, как обычно, Дэнни Тайсон, и сегодня мы наконец-то сделаем слив сборки. Давно я, на самом деле, ее уже не делал. Кстати, вот здесь, вот сейчас на экране, победитель прошлого, в общем, с прошлого видео, человек, который получает 150 рублей за свои комментарии. То бишь, чтобы вам получить 150 рублей на этом видео, вам просто нужно оставить комментарий. Если на этом видео наберется более 50 комментариев, то кто-то из вас рандомным образом, через помощью комментов пикер, выберется победителя и получит на следующем видео 150 рублей уже. Вот, поэтому оставляйте комментарии, понравилась вам эта сборка или нет. В общем, я не знаю, помните ли вы или нет, но 8 месяцев назад или 7 месяцев назад, когда я только вернулся в Сан, я делал для вас сборку GTA-шки. Сборка GTA-шки была вот именно примерно такая же, только немного здесь измененная. Объясню, почему измененная. Значит, как я только вернулся, для меня не было, я не знал никаких клео файлов, ничего. Я сделал просто GTA-шку красиво под себя и играл на нее. А сейчас я решил заново на ней играть, потому что она действительно очень интересная, очень прикольная, возможно, вы увидите вид. Вот. Но уже я ее доработал, я поставил новые еще скины. Сейчас скины я вам всем покажу быстренько. Вот, я поставил сюда новые скины, клео, также добавил текстуру. И, в принципе, теперь GTA-шка идеально мне подходит. Она подходит для слабых, для средних, для каких угодно. Пока здесь ничего такого навороченного нет. Так, давайте быстренько присмотрим к обзору скинов. Далее я вам покажу ганы, звуки. И вы посчитаете, нужно качать эту GTA-шку или нет. Поехали! Gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. Вот, собственно, вот такая вот, вот такие здесь замены на скины. Как видите, они довольно крутые. Олдовский скин, вот этот скин вообще в 2012 был самым популярным скином. Его очень многие хотели. Ну, сейчас, конечно же, он на всех, наверное, ресурсах уже есть. Но все же он, согласитесь, очень круто выглядит. Так, давайте теперь приступим к обзору оружия. Как видите, здесь HQ модели. Они тоже довольно очень крутые. С ними плюс цехать просто охеренно. Сейчас покажу. Ну, я не особо PlayStation, вот, но я думаю, те, кто умеет с этим, то у вас будет, не будет трудностей. Вот, также, что, сейчас звук, я думаю, Дигла услышали, однако еще раз продемонстрирую. Так, вот, вот такой, собственно, шот, у нас тоже HQ. Шот у нас вот такой звук. Итак, пацаны, вот такая вот эмочка тоже, как видите, HQ-шная, она очень прикольная, звук такой. Тоже вот прикольный. И рифла вот такая. Но она уже более не HQ-шная, но она такая. Я даже не знаю, что. Ну, блин. Звук рифлы крутой. Не знаю, вроде прикольно. Мне нравится эта GTA-шка, я не знаю. Вот, мне нравится, видите, здесь атмосферно все. Здесь заменены абсолютно все скины, они очень прикольные. Они не нужны там никаких вот напичканных всякой хрени. Не знаю, я люблю такие GTA-шки, и она, в принципе, подходит для слабых по компьютеру, потому что, как я уже сказал, здесь ничего мощного такого нет. Вот, из клео вы здесь увидите у себя на экране, какие клео файлы здесь стоят. Также здесь, вы видите, можно юзать на X, просто нажали, пополнить, как бежать дальше. Вот, на этом у меня все. Да, GTA-шка действительно, ну блин, мне очень нравится. Пишите вам в комментарии, нравится она вам или нет. Пишите в комментариях, сколько у вас FPS. Вот, также можете покидывать свои, кидать свои идеи в комментариях, что дальше. I done dropped my address and it was 6.